Азербайджан и Россия должны объединить усилия для борьбы с общим злом – терроризмом. Об этом CBC заявил старший научный сотрудник Института социально-политических исследований Российской академии наук Игорь Селезнев. Теракт, который произошел накануне в Санкт-Петербурге, эксперт назвал печальным примером того, что терроризм обретает транснациональный характер. Здесь, опять-таки, есть почва для взаимодействия двух государств. Мне уже приходилось говорить о том, что нельзя не заметить эффективность работы соответствующих компетентных органов Азербайджана. Потому что Азербайджан, как нефтедобывающая страна, оказывается в прицеле террористических организаций. Но, тем не менее, благодаря профилактической работе и благодаря оперативно-розыскной эффектной деятельности удается предохранить общество и свой народ от подобных проявлений. И здесь, конечно же, поскольку угроза носит транснациональный характер, необходимо и более тесное взаимодействие и пограничных служб, и Министерства внутренних дел, и служб национальной безопасности для предотвращения террористических актов.